Всем привет! Вы на канале Mobile TV. Друзья, хотите изменить привычный статус-бар на своем Xiaomi? Сделать его таким? Или таким? Сейчас покажу, как это сделать. Для этого вам нужно скачать вот такое приложение Color Status Bar. Ссылочку на него я оставлю в описании под видео. Переходите, скачивайте. Установили приложение. Открываем, включаем вот этот тумблер. Здесь вам нужно будет разрешить поверх других окон. В этом приложении предоставлены вот такие 5 разделов. Здесь находятся фоны для статус-бара. Кто называет статус-бар, кто строка состояния, кто как. Можете просто поменять цвет в статус-баре, сделать его зеленым, желтым или каким-то другим. Какой цвет вам понравится, такой и поставите. Видим, да, что цвета меняются в статус-баре. Идем назад. Во втором разделе мы можем поставить смешанные цвета. Например, вот такой цвет. Или такой, как вам будет угодно. Идем дальше. Третий раздел. Здесь у нас вот такие статус-бары. Нажимаем кнопку Apply. Видим, что статус-бар поменялся. Также тут и другие варианты различные. Например, вот такой. Или такой. Выбирайте, смотрите, устанавливайте. Четвертый раздел. Здесь у нас предоставлены вот такие различные фоны. Вот так выглядит этот фон. Давайте попробуем, например, вот такой. Идем назад. И последний, пятый раздел. Здесь у нас GIF статус бар. Вот так выглядит. Ну и на этом все, друзья. Вот такую фишку я вам сегодня подсказал. Скачивайте это замечательное приложение. Пробуйте различные статус-бары. На этом я заканчиваю. Всех благодарю за просмотр. Прожимайте лайки. Подписывайтесь на канал. Пока.